Resident Evil 2. Привет всем, добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2 Remake VR. Так, и всех с прошедшим Новым годом. И также наступающим вот еще Рождеством. Так, а за нами, в принципе, браво шагает наш симпатичный парень. Так, стоп, а как мне так, чтобы быстрее подняться, в принципе? Так, ты как за мной решишь пойти? Так, так, давай, решай быстрее. Так, у нас есть шестеренка, я забыл немножко вообще, что нам делать. Куда бежать? Единственное, что я помню, что у нас есть шестеренка, и нам надо бы вот туда, в часовую башню подняться. Мы сейчас, собственно, пытаемся это сделать. Да, конечно, так сказать, отдых праздничный немножко затянулся, я планировал пораньше вернуться к записи видео и, собственно, вообще играм. Вот, но отдых, как я уже сказал, затянулся. Так, а здесь нам надо Чирва. Чирва у нас так и нет. Такс. Нельзя открыть, не? Значит, не может быть тут, потому что какие-то шаги, как будто он где-то здесь. Но он здесь быть не может. Он был сзади меня. Так. Вот, я здесь. Стоп, а почему как-то... Ого, нихрена, я так близко к стене подошел. Так, ага, стоп, это шестеренка сюда? Или... Подождите, там вон еще что-то есть, да? Например, вот это место. И сюда можно вставить, да, например? Нет, ну... А, нет, сюда мы явно не вставим, она великовата. Я надеюсь, он сюда зайти не может, потому что если может, он тут, конечно, ну... Ну, ничего хорошего не сделает. Ага, вот оно как. Я слышу его шаги. Он идет сюда, все же нет. Пожалуйста, скажите, что нет. Так. Так, сюда тоже нужна шестеренка. Маленькая шестеренка, ага. Так, ну я ее взял. Ага, я теперь знаю, мне надо вытащить, наверное, будет ту большую, что я только что вставил. Там, где надо поставить маленькую. Тогда у нас все заработает, да? Пожалуйста, ну скажите, что не будет туда заходить. Но это будет, ну, совсем уже перебор. Так, оп. Рядом вылазит, зараза. Дверью прям топчется. Гляньте, а мне прям сквозь стекло видно там вон, деревья, горит что-то. Как прикольно оно все в VR воспринимается, а? Так, ты не сюда зашел, не? Вроде не. Так, сюда мы вставляем. Да, по патронам, конечно, все не весело. Вот, но у нас куча пороха, так что мы, в принципе, можем накрафтить, если надо. Можно высмыкнуть назад? Да. Пожалуйста, никто ко мне не забегайте, не залетайте. Сейчас попрет всяких там лизунов, тиранов, титанов, прочую нечисть. Так, а маленькую мы теперь вставляем, ой, точнее, большую. Вот вставляем вот сюда. Это было громко. Лишь бы не пришлось писать рапорт. Ой, Лёня, рапорт писать, я думаю, не придется. А вот то, что сейчас на этот шум может кто-то прийти к нам, это уже печально будет.
Коробочка. Коробочка, еще одна деталь от электрощитка. Это нам, в принципе, говорит о том, что пора возвращаться в место, где были камеры. Так, да? Что? Найти карту от гаража? Нет, это, конечно, хорошо, что мне надо найти карту от гаража. Так, а где ты, здоровяк? Так, ладно, давайте двигаемся. Стоп. Я не могу этажи переключать. Мне надо так взглянуть. Куда мне что так? Водочная кладовая. Ага, вот. Здесь у нас дверь, которая закрыта. Не черво. Потому что там две двери, по-моему, червовые. Что можно открыть, но червовым ключом к этому найдем. Там бесполезно. Ну, то есть, мы использовали уже другой ключ, чтобы в них проникнуть. Или, возможно, мы не найдем этот ключ. Это может для Клэр. Так, а здесь у нас что? Вообще Т-образное отверстие. Короче, ладно, идем дальше. Да ну твою ж мать, ну какой ты надоедливый, а, пассажир. Я смотрю, вы хорошо, да? Новый год отпраздновали, ребята. Вот, надеюсь, у всех Новый год прошел хорошо, а не так, как у этих. Хотя, кому-то, может, по кайфу было и так. Так, стоп, ну, момент, что такое? Я вообще отвык, а? Игру VR за эти 5 дней. И путаюсь в проводе, как не знаю кто. Так, а ну-ка. Дорогой. О, он спрыгнул, судя по звукам. Так, а мне надо сейчас как-то пройти в подвал. Подвальное помещение. Для начала мы сохранимся, естественно. Сколько нужных дел мы сделали. Так. Ё-моё. Как мы пойдем? А пошлите так, я не знаю. Попробуем. Так, пройти. Так, вон он идет. Так, а мы сюда. Мы сюда. Просто бежим. Здесь будет пассажир. Пассажир. Иди прочь, пассажир. Так, я правильно бегу? Не, вообще что-то непонятно. Сделал только что, да? Вообще так-то, по сути, по-моему. Мне это кажется так. Там закрыто. Это странного направления, я слышу шаги, как будто он здесь. Здесь-то его нет, да? Да. Я зачем-то сделал круг. Подождите, как вернуться? Я немножечко заплутал. Как мне вернуться в подвалы? Где мне надо спускаться? Точно, так, это я не открою. Ну, вообще, в принципе, я правильно пошел. Ух, ёп! Правильно. Не угадал, как говорится. Ладно. Так, давайте пойдем вот так. Фух, он меня, конечно, немножечко спугнул. Мне еще, блин, как бы эту статую поднять. Потому что там перед местом сражения с Биркиным было место, куда надо жетон ставить, и там что-то лежит. Уже не помню ничего. Так. Нам всего лишь надо было сделать вот так. И как сделал я. Что значит, отвык, подзабыл. Отдохнул. Так, вы тут все... Получи, козел. А, я испугался. Так, фух, давайте зайдем сюда, засейвимся. Сейв превыше всего. А лишо. Так, у нас ничего нету.
Рычаг вентиля. Что он мне хочет? Что он мне лично показывает? Ладно, тоже потом разберемся. Свой выход. Комната допросов. Ладно. Не, может заколотить. У меня есть доски. Может заколотить там то окно. Хрена они у меня тут, да, лежат. Не помню, не помню. Мне кажется, что, по-моему, дальше мне уже нигде не нужны будут. Так, кто там? О, все, я его завалил. Доски забили, зомби завалили. Сейф лишним не будет. Так, все, а теперь мы... Так, надо взять вторую деталь от электрощитка. USB-ключ. Ну, по-моему, надо... Сколько я помню, вот эту штуку назад спрятать. Ну да. Или это просто жетон старт. По-моему, прямо сейчас он не нужен. Пока не знаю, как туда попасть. Не помню, точнее. Так, вот. Есть, все есть, ладно. Патроны пока не буду смешивать. Пороха для патронов. Так. Так, ага. Что могут быть собачки у нас, да? У нас тут все сделано. Считыватель. Да, в принципе, все как раз вот только сам изолятор нам и надо. Никого. Так, ну давайте на всякий случай предозят. Это звук был. Перед изолятором мы еще засейвимся. Здесь в люке. В нашем убежище черепашек ниндзя есть сейф. Так сказать. Уж мало ли сейчас меня там будут убивать. Еще что-то происходить. Так, я готов к боестолкновению. Ну, в принципе, готов отчасти. Не то чтоб сильно. Я даже примерно помню, что там будет. Будет тут ничего хорошего. Можно было их сразу всех как-то поперебить, но нельзя. Эти ребята все станут еще. Пассажир в шляпе придет. Так, это ну вот сюда нужно все. Ой, тебе еще вращать надо, ё-моё. Ага. Почему он не крутится? А не, он крутится, я просто это, видать, не вижу. О. Интересно. Получается. Вот так. Например. Все? Все лампочки горят. Ну, вообще тут две должны, да, по идее, гореть. Так это тупик явно. Сеть. Вот. О, да. Все. Ах,
аж провод перегорел. Я чувствую, что-то нехорошее приближается. Ого, еще один спрей. Это, кстати, хорошо. Так, записка Бена. Участок кишит чудовищами. Даже сюда доносятся их вопли. Но пугают меня не зомби. Проект под кодовым названием «Тиран». Совершенное биологическое оружие, которое эти ублюдки создали в строжайшей секретности, как представлю себе, что-то тварь бродит где-то здесь. Не удивлюсь, если они приказали своему творению избавиться от свидетелей. Ты был прав, Бен. Был прав. Так, что-то мне показалось, нет? Показалось. Что? Да, но это не объясняет слухи о приюте. Есть одно забавное совпадение. Его спонсирует Umbrella. Ты говорил, что это интервью о новом гранте Umbrella. Да брось, Аннет, всем наплевать на это. Люди хотят знать о Гавирусе и о... Откуда ты узнал о нем? И о ебаной выгребной яме под городом, которая, по слухам, связана с подземной лабораторией. Так может, чем? Расскажешь мне что-то или... Интервью окончено. Сука. Так, стенограмма интервью. Ну, мы его читать не будем, пошу прослушали. Так, магнитная карта от гаража. Включить. 17.83.32. Больше мы ничего не можем тут сделать. Диктофона тут нет. Что тут происходит? Ох, Лёня, ничего хорошего. О! Сплошное веселье. Так, а сейчас мы делаем вот так, и в надежде, что я смогу правильно хотя бы раз воспользоваться светошумовой гранатой. Да сколько можно? Ушел вон. Ушел просто вон. Зараза. Пожалуйста, отойдите. Беги, Леня, беги. Так, минутку, у меня провод просто обвивает. Я сейчас бы как жахнулся, мне ноги запутали. Вперед. Виолетте, дополнительные трудности. Сложность, говорю. Ой-ой-ой-ой. Дважды спасла тебя. Не знал, что мы ведем счет. Послушай, это не игра. Ты что, издеваешься? Да почему все оживают? Пропуск у тебя? Да. И это. Надеюсь, ты объяснишь, о чем они. Возможно. Когда послушаем? Пойдем. Так тебе и надо. Гребаный, огромный, стрёмный, лысый. Теперь можно эксгибиционист. Да ты что, разрешаешь? Спасибо. Знаете, а я пойду сейчас сохранюсь. Так, и кстати, дайте нож эту. Вот, ну сейчас, кстати, блин, опять я нормально бросить, я ее не смог. Вот в чем дело. Эту гранату. Как-то, блин, надо научиться их нормально бросать. Ну, за кадром тупо стать, сохраниться и побросать гранаты. Научиться их нормально кидать. Что-то мне их только себе под ноги получается кинуть. А, мне это не нравится. Так. Huh.
Так, а вот теперь мы идем. Открою чертовы ворота. Да иду я, иду. Стерва. Птичку надо было выложить, ну ладно. А если я присяду, не? Я так и не понял. Мне показалось, вроде получилось даже. Так. Это ты искала? К сожалению, нет. Бэтмен не справился. Тогда что тебе нужно? Информация о тех, кто устроил все это. А так, ты... ну, раз карта не красная, думаю, здесь искать нам что? Нечего. Решил спасти мир? Я дал лейтенанту слово, что разберусь. Что ж, удачи. Блин, как атмосферно-то, а? Виар, спасибо, что ты есть. Знаете, после этого пятидневного перерыва оно как-то по-новому. Эмоции какие-то некоторые приходят. Так, а тут дорогу разобрали к хренам. Пройдем через этот оружейный магазин. Ну да, пошли. Ну и бардак. Иди, пистолет делся, все? А, нет. Я не понял вообще, как он, почему исчез. Так, ну здесь, я думаю, вещи-то уже явно будут. Например, вот я вижу уже деталь для дробовика. Давайте дробовик начнем, наверное, две занимать, да? А что она делает-то? А, 8 патронов в обойме теперь. Да. Вообще четко. Вообще, знаете, можно было, мне кажется, выстрелить эти 4 патрона, потом поставить апгрейд, и мне все равно давно 8 патронов. Это вот как бы баги, фишки Resident Evil. С прокачкой оружия и прочего, что есть такие моментики. Так, не, ну главное, что у нас теперь... О, я нормально теперь могу хватать дробовик, он не будет у меня так вертеться, как не пойми что. Ну или это может потому что без фонарика, правда? Ну, да. Так, а я так и не могу разъединить, вот. И типа, мне так лично гораздо удобнее. Это за коротенький-то как-то не очень было. Поддаться. Так, у нас что? Письмо владельцу магазина. Кенда, похоже, у тебя есть свои причины, чтобы остаться, и я верю, что ты сам сможешь о себе позаботиться. Если ситуация ухудшится и у тебя не выйдет что-то придумать, ты знаешь, где меня найти. Сделаю все, что смогу. Джилл Валентайн. Вот, а это магазин одного друга Джилл Валентайн, героини... Одной из героинь первой части и главной героини третьей части Resident Evil. Третья, кстати, была моей любимой. Ну, в принципе, наверное, остается оригинальная третья. Вот, пошел ремейк третий, ну, вот в VR, ну, пойдет. А так, конечно, печалька. Самый слабый ремейк, вот, как бы, третий самый слабый, самый печальный. А второй, так сказать, второе место занимает. Я вас не трону. Я сказал, стой там! Мне просто надо пройти. Прошу, опустите оружие. Еще чего. Разворачивайся и уходи, откуда пришел, ясно? Вашей дочери нужна помощь. Не смей говорить мне, как обращаться с дочкой. Бросай. Нет! Стой! Отойди. Убьем ее, пока не обратилась. Убьем? Это, блядь, моя дочь! Ада. Оставь их. Эмма! Тыковка, я просил не выходить. Папа. Дай
Эдми, папа здесь, я с тобой. Слышишь? Ну. Что они с нами сделали? Чёртовы твари! Ты коп! Ты должен знать, почему все это произошло! А? Она была нашим ангелочком. Мама. Мама спит, детка. Хорошо? И тебе пора в кроватку, да? Эмма. Уходите. Просто оставьте нас. Знаешь, одно дело скрывать правду от меня, но от него... Я хочу знать, что тут творится, и остановить это. Помогать таким, как он. Вот ради чего я стал копом. Моя цель – помешать планам Амбреллы. Мы можем погибнуть. Если так мы спасем город, я в деле. Да, печальный момент, конечно, печальное зрелище. Вот, да, кстати, ну а на первом месте в моем топе ремейков это Resident Evil 4. Прям божественно, как по мне. Это первый ремейк, если не единственный, который не то, что он ни в чем не опорочивает, в принципе, оригинал. И делает все лучше. Вот ты проходишь и просто, ну, вот, лично я проходил, и везде просто кайфуешь от игры. Не, находя какие-то огрехи. Вот во второй части они есть, но их не так много. А вот третья, вот прям вообще печалька. И, блин, что-то вообще печалька накатила после всех этих сцен. Давайте двигаться дальше. Ты надо, ведь слышал пошли. Про Амбреллу? Они создают биооружие, прикрываясь медициной. У них есть вирус. Он обращает людей в неуязвимых монстров. Это многое объясняет. Поэтому я ищу Аннет Биркин. Именно она выпустила вирус на свободу. И я собираюсь убить ее. Этот путь приведет к Аннет. Учитывая сказанное, канализация идеально подходит. Вот-вот. После вас. О, благодарю. Спасибо. А, да. Так, ну что. Зловоние и нечистоты. Вот что ждет нас впереди. Ну, еще, естественно, смертоносные монстры-мутанты. Судя по моим данным, этот путь идет прямо к секретному комплексу. Да ладно. Канализацию обслуживает город. Как они могли построить комплекс без ведома властей? Добро что-то... пожаловать в Штаты. Амбрелла давно управляет Ракун-Сити. Что-то как-то это. Тут должно что-то быть, надо это найти. Леня, а тут можно было и фонарик, знаешь, бы включить. Ладно, можно и не бегать. Что-то кинется. Как испугаюсь. Это землетрясение?
Очень надеюсь, что да. Я тоже очень надеюсь, что да. О, о, патроны, патроны мне нужны. Это хорошо. Что за хрень? Гляди в оба. Неизвестно, с чем мы столкнемся. Может, ты все же вперед, не? Понятно. Здравствуйте, мистер Крокодайл. Я вас помню. С детства, причем еще. Так, сейф. Сейф, сейф рум. Так. Окей, а что ты не заходишь, а? Мне кинуть тут хочешь? Не знаю, давайте выложим. Вот это вот. Ну и все, в принципе, пока оставим. Я думаю. Хотя, я не знаю, может громового ястреба уже стоит с собой взять. И давайте громового ястреба можно как минимум взять. И зарядить. Так, вот так вот. Как красавчик у нас есть. Так, ну, даже 4 ячейки свободные остаются, можно все же его взять? Что, мало ли сейчас все же крокодил этот гребаный выскочит. Давайте сохранимся, но я же просто так тратить не буду. А мало ли что. Так, и, друзья, знаете, давайте, наверное, дальнейшее наше путешествие мы продолжим уже в следующей серии. Надеюсь, надеюсь, вам все нравится так же, как и мне. Если это так, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. И если есть желание пообщаться, обязательно пишите свои комментарии. Еще раз всех с прошедшими и наступающими праздниками. Всем удачи, всем пока.